который вообще не справился. Но почему Хольмана никто не страховал, вот этот второй центральный защитник? Вот это опять большой Губачан, неизвестно где был. Поэтому, говорю, большие проблемы с защитной линией. И заслуженный пенальти, и не удивлен, что Девичи будет пробивать его. Да, Марко Девич мяча. Магомед Аздоев что-то ему сказал перед ударом. Итак, Девич, и счет в матче 4-1. Прекрасно пробил Девич, хотя он сильно угадал направление полета мяча, но удар был хороший по силе, и поэтому Антону был очень сложный удар отразить. 4-1 наш матч. Наверное, прямо сейчас веры в Динамо практически не осталось. Да, Динамо, к сожалению, играет как получится, не видно. Да, Ионов очень достаточно остро открывается, очень хорошо по скорости. Печерай тоже неплохо цепляется, но этого мало. Очень много, к сожалению.